Надо признать, что у нас и совершаются сутки в Назаровском районе. Суицид совершил 9-летняя благополучная семья. Первым предметом разбирательства мы смотрим его активное участие в социальных сетях. Хорошо, не подтвердилось. Нету там ни синего кита, нету ни Колумбайна, ни АУЕ и так далее. Причины какого-то межличностного характера. Но вместе с тем, еще раз подчеркиваю, в этом направлении мы достаточно активно занимаем позицию взаимодействия с надзорными органами и органами власти. Каждый такой факт становится предметом тщательного разбирательства. Ну, по крайней мере, в полиции точно, с информированием соответствующих правительственных структур и так далее.